Анджелина Джоли. Нелюбимая. Нет, но любимая, но... Вот такой. Выход на красную дорожку и так, как человек в кадре. Вы понимаете, для меня это разные вещи. Будь собой. А если бы наградой была фраза, то что это была бы за фраза? Фраза награды? Фраза такая. Ну, хорошо. Значит, говоря, спасибо. Окей, я поняла. Будь собой. Будь собой. А три фишки сильной женщины? Уверена в себе. Красота внутренняя и внешняя. Спокойствие. Ну, если бы вас попросили ваш знак зодиака изобразить мимикой, я же знаю, что у творческих людей хорошая мимика, то изобразите ваш знак зодиака мимикой. Он вот такой. Он дева, но он тигра. Она спокойная и уверенная в себе. Да. Если человек может позволить себе уехать в Дубай, он должен туда ехать. Вообще всем советую отключить у себя такое понятие, как зависть называется оно. Это неправильно. Это скорее ущербность, чем какое-то состояние. Поэтому я всегда радуюсь за коллег, за кого угодно, которые вот кайфуют сейчас, радуются, проводят время прекрасно. Это же здорово. Это же здорово. Мэрил Стрип сразу могу сказать. Но если из молодых, то, наверное, выделил бы я Дженнифер Лоуренс. Анджелина Джоли. Нелюбимая. Нет, но любимая, но... Которых бы я выделил, ну вот я сразу сказал двух. Вы понимаете, для меня это разные вещи. Выход на красную дорожку и так, как человек в кадре, понимаете? Вы поймите, вот я сейчас видел, как стояли люди на дорожке на последнем фильме «Дом Гуччи». Они по-разному. Кто-то эпатирует, кто-то так, а кто-то сяк. Это же, как ты выходишь на красную дорожку, это не значит, какой ты артист. Скорее всегда наоборот. Ну, не специально, что ли. Знаете, такое есть тема? Ну, вот как... Здесь такое... Было такое, что... Она одела все и сразу. Знаешь? И, ну, есть такое выражение. Она одела все и сразу. Она такая хотела понравиться. Вот если это как бы не специально такое слово... Вот мне кажется, должно быть не специально. А должно быть как-то вот неожиданно. Провести их с семьей этот Новый год. You.